художественной галереи альтернативного искусства «Желтые великаны» открылась персональная выставка скульптора и художника Алексея Кириленко «Обратное движение. Возвращение к себе». В экспозиции представлены бронзовые скульптуры и графические картины. Все работы посвящены библейским и античным персонажам. Чем религия? Это самая, наверное, благодарная, самая обширная, не только религии православной, религии любой страны, античная тематика, которая наполнена разнообразными темами, сюжетами. Ну, к этим темам обращаются многие люди на протяжении всего своего творчества. Тут собраны работы довольно-таки большого промежутка времени, порядка 20 лет, поэтому все они разные. Выставка «Обратное движение. Возвращение к себе» Алексея Кириленко в художественной галерее «Желтые великаны» продлится до 25 декабря.